foul. Боишься? Однажды Штирлиц покинул дом и отправился воевать. Он должен был позабыть о том, кто он сам, кто отец и мать. Он очутился в тылу врага и прикинулся там своим. С тех пор он всем неизменно лгал. Боже мой, как мы похожи с ним. Он много сделал для той страны, где осталась его родня. Он просмотрел секретные сны, невозмутимость храня. Он понял действие тайных сил и стал как будто неуязвим. Но в сердце Штирлиц всегда грустил. Боже мой, как мы похожи с ним. Он брал машину и ехал в лес, чтобы отправить своим сигнал. Мне очень-очень несладко здесь, я притворяться уже устал. Но я готов оставаться тут, я твердо верю, мы победим. Он был действительно очень крут, боже мой, как мы похожи с ним. Однажды Штирлиц пришел ко мне во сне и сказал: смотри, мы все находимся на войне, идущей у нас внутри. Ценой страданий, с большим трудом, в борьбе с собою мы устоим и возвратимся в наш вечный дом. Боже мой, мы зря расстались с ним. Однажды Штирлиц покинул дом и отправился на войну. И я живу много лет, как он, не на воле и не в плену. Покуда к сердцу не липнет грязь, он от провала судьбой храним. Он верит в центр, он верит в связь. Боже мой, как мы похожи с ним.